Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на канал! На связи с вами Хоттабыч. Это игра Atomic Heart. Сейчас я буду играть в DLC номер 1. Инстинкт истребления. Ну что, приступим? Давайте. Так, уровни сложности. Я, пожалуй, знаете что? Я выберу мирный атом. Потому что я хочу комфортное прохождение, я не хочу страдать. Вот, мне как бы эти ачивки там или что там они даются не нужны. Приступим. Дайте ошибку, майор! Немедленно отправляйтесь на челны! Вам надо, вы и отправляйтесь! Устроили тут самосу. Это... Любимый мой, я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Со мной ты можешь делать, что захочешь. Это буря наших страстей, любимый. Очаровательно, любимый. А ты неутомим, любимый. Настоящий мачо. У тебя есть наша любовь. Наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно. И только вдвоем. Обожаю тебя, любимый. Ох, я схожу с ума. P1, P2, P3. Что за хрень тут творится? Ты что, копаешься у меня в голове? Не нервничай, дорогой. Все уже позади. Операция прошла успешно. Я уже закончила. Ты все еще убиваешь людей, больная. Больше некого, дорогой. Сбой коллектива поразил комплекс Менделеев одним из первых. И живых людей тут точно не осталось. Если не считать вредной старухи, которая пытается подчинить меня себе. Так, ну вот мы и очнулись. Сканера у меня нет. Надо нахер валить отсюда, все. Нечего тут делать больше. Что еще за хаос? Элеонора, отключи эту безумную чехарду! Не могу, любимый. Это часть защитного протокола. Он активируется автоматически и всякое такое прочее. Прогони вредную старуху, и протокол отключится сам. Тут прям буря. Это буря наших страстей, любимый. Ну так я дальше не пройду, и старуху вряд ли прогоню. Ты точно ничего не можешь сделать? О, скучно. Хорошо, я помогу тебе. Чего вот ты сразу нормально себя не ведешь? Мы команда, сладкий. Оказывается, это очень интересно, помогать тебе. Была у меня уже одна такая команда. Вон она. Со мной-то ты что сделала, ошалелая? Теперь мы принадлежим только друг другу. Я синхронизировал твой модуль «Восход» со своей волновой активностью. Лучше бы ты просто его вынула. Я бы тебе спасибо сказал. А так ты просто очередной манипулятор. Ебучий, как же вы мне надоели. Попался на уговоры, ее сладкие. Страшное на деле под угрозой.
Элеонора? Да как ни назови, а все одно, смерть с косой. Играется с тобой, да и порешит. Извиняюсь за выражение, сука. Что ты про нее знаешь? Немного, на удивление. Я тут давно стаканы натираю. Посетители часто говорили, что она когда-то была что-то вроде психолога. Неожиданно. Байки про нее ходили, мол, в ремонтный шкаф новые алгоритмы подлили. Искусственный интеллект. Но система долго не простояла. Людей то в панику, то в страх, а кого-то в глубокое смущение бросало от общения с ней. И проект закрыли. Да вот снова объявилась. Да, сука. Простите за бедность речи. А я долго сопротивлялся? Да пил как рыба. Зашел в Шалман, заказал 200. Сначала весело сидел, потом смотрю, в глазу слеза, забормотал что-то. Может, с воспоминаниями справлялся, может, как раз с этой шлёндрой у себя в голове. Ушел и не видели тебя. А потом она всех порешила, сука. Простите. Что тут произошло? Возле сбоя-то кто-то семеногов выпустил. Потом шиза взбесилась. Вот так вот прям, шиза? Да. Мы и сопротивляться хотели, но ведь не бойцы. Бойцы как раз против нас и пошли. Роботы-то. Такой хаос поднялся. А эта злостолюбивая рыщеколда выловила каждого по отдельности и порешила. Сука. Вот да. Много людей погибло? Немного, но все. После сбоя коллектива ведь не каждый решился вернуться на рабочее место. Кто-то просто умер, сам знаешь. Тем, кто выжил, потребовалась реабилитация. Гостиница полная была. Ебучие пироги. Да кто ж думал-то, что вот так вот подряд техника будет сбоить? Сука, смешно. Ебучие пироги. И нелепо. И извините. Да, вредная привычка, избавляюсь. Сам недавно осознал. Что ж, пойду играться. Так, бля, я отсюда приехал, пришел. Товрот. А дальше-то что?
А, подождите. Нет. Я запутался, твою мать. Я тут буду долго бегать, я так понял. Черт бы тебя побрал. Да, серия, наверное, затянется. Ладно. Бляха-муха, наконец-то! Что-то происходит. Любимый мой, я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Никого здесь нет и не будет. Никто не помешает нашему счастью. Мы вместе навсегда. Ага, ну да, конечно. Так, а что за старуха? Баба Зина, что ли? Только будь осторожен, ее куклы могут вести себя враждебно. Куклы? Впрочем, ладно, пойду. Поговорю, а ты запрись тут и никуда не выходи. Наконец-то. Как только тебе удалось меня схватить. Нет перчатки, нет защиты, помнишь? Ты все правильно сделал, милый. Да уж сам не нарадуюсь. Даже не знаю, кто из вас хуже. Что, мой сладкий? Из двух зол, говорю, выбираю то, что еще не пробовал, милая. Же угораздило тут застрять. Это наш дом. Мы будем вместе его защищать.
Не дом, а тюрьма, ты хотела сказать. Ну не злись. Я же буду выпускать тебя погулять. Можешь уловливый плюсик. Так, ну и где мне гулять? О, на поверхности есть прекрасные места для прогулок. Но обязательно возвращайся, как только поговоришь со старухой. Да, да, да. И ты вот так меня отпустишь? Вдруг я не вернусь? Ты так считаешь? Я тебе полностью доверяю, мой милый. Поговори со старухой и возвращайся. Чем тебе так баба Зина не угодила? Она хочет овладеть моими способностями, как и мерзкий подонок Петров в свое время. Пока его не обезглавил мой рыцарь. Да не трогал я его. Я же говорил, что он сам. Ну, конечно, пупсик. Так все и было, как я и сказала. Я полностью тебе доверяю. Блядь. Что-то рано открылось. Чересчур. Я вот все думаю, как ему Филатову голову-то пришило. Что она сделала? Мой наивный Сережка. Милый, потаскушка Филатова просто вытащила из мозга недостойного слежняка датчик снижения. Петров просто подкинул его уже мертвому человечишке. Это же так очевидно. Перестань смеяться, очевидный. Петров, сволочь, вот что очевидно. Отстань, мне надо подумать. Какой сердитый Бука. Ну хорошо, подумай. Боже мой, да когда я уже выберусь-то отсюда? Ну вот, в общем-то... На столе у выхода всё. Ты найдешь нейроимпульсный пусковой блок. Внешне на шоколад похоже. Правда, Мила? Это будет для тебя своеобразной вкусняшкой. Имею в виду, это расходный материал. Будь с ним экономнее. Учту. Да. Годится. Чувствую, местечко тут то еще. Во-ка! Ятаган! Ну что, надо выбираться. Да, местечко, блядь. В сортире. Сканера нету нихера. Ага. Хер там был, да? Пойдемте оглядимся.
блядь. Оу, у нас новый подписчик. Добро пожаловать. Но веди себя прилично. Сейчас, наверное, будет босс-файтинг. Я уже не... Да. Что, тварь дрожащая? Еще жив? Чтоб ты сдох, предатель! Заканчивать орать! Вытащи меня отсюда и поговорим по-человечески. Дезертир ты, а не человек! Ты хоть видел, что ты натворил? Бойцы, брать предателя! Эй, бабка, ты че свихнулась? Успокойся! Так, надо сожрать Аленку. Враги, их слишком дохрена! Что там за нейрошоколадка? Нормально так долбануло. Мне однозначно нужна еще одна такая. А лучше 10. И оружие бы нормально не помешало. Наверняка ты найдешь где-нибудь не другое, милый. А пока применяй против врагов собственный импульсный вихрь. Собственный вихрь? И где мне его взять? Он у тебя уже есть. Я же усовершенствовал твой модуль «Восход». Помнишь, дорогой? Нажми на кнопку питания своего компьютера, и ты ударишь врагов нейронным импульсом. Проверю в ближайшее время. Так, куда теперь? Необходимо. Уймись, нет тебя в моем сценарии, ты не поняла еще? Ой, ну дела. Да. Так, ну там я не пройду, я понял. Ты сука. Элеонора, где тут выход, Элеонора? Теперь тут еще и связи нет. Ну, бабка. Ладно, разберемся. Хотели бы в такой деревне пожить? Воздух свежий. Птички поют. Так, ну мне в любом случае пока сюда не надо. Мне надо в другое место. Как отсюда выйти? Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделай.
Поебеческая сила. Поднимайтесь, товарищ майор. Я спущу вам лифт. Вы сможете найти меня в центре управления, на верхнем уровне лаборатории. Спускай мне лифт, чё ты тогда? Давай. Угу. Скажу сразу, покинуть предприятие сейчас не получится. Ни улететь, ни убежать. Это почему? Комплекс Менделеев находится под контролем Элеоноры, поврежденного искусственного интеллекта. Это я уже понял. Что тебе нужно? Нет, это все не так. Так не должно быть. Иди отсюда. Все, улетай. Идите сюда. А, вы повредили свою перчатку. Так, о чем это я говорил? А, да, комплекс Менделеев находится под магнитным куполом Элеоноры. Коллектив нас не видит, так что мы в изоляции. Связи нет и транспорта тоже. А как же бабка? Летает себе спокойно и проклинает меня. А, Зинаида, да, она отлично оснащена технически. Идите сюда. Вот. Она перешла в открытый конфликт с Сеченовым. Но теперь я боюсь, это скорее наша проблема. Присаживайтесь поудобнее вот в это кресло. И поместите свою левую руку вот сюда. А я пока произведу замену полимерного манипулятора. Дьявола. Не переживайте, майор, здесь все свои. Чего бабуля хочет? Бабуля хочет Элеонору, Сергей. Вы же понимаете, что она по своей сути автономная фабрика по производству оружия. Поэтому Зинаиде нужен контроль над ней. А манекены? Это тоже Зина? Да, Сергей. Полковник Муравьева перехватил контрольный узел Менделеева, который управляет, как вы их там называете, манекены? Выходит, комплекс блокирован двумя психопатками? Именно. Именно. Сначала Элеонора выставила магнитный купол, а потом Зинаида взяла под контроль роботов на поверхности и пыталась ее подавить. Сколько дней я был в отключке? Коллектив уже запустили? Трое суток. Благодаря вам, Сергей. Коллектив 2.0 запустился вовремя, и он ежечасно пополняется сотнями тысяч людей всего мира. Что же вы сразу бабу Зину не отловили, раз у нее банка отъехала? О, нет. Она вовсе не с ума сошла. Она полковник контрразведки СССР и начальник узла секретной правительственной связи. Вот только примкнула она в итоге к врагам коллектива. Будете? О, не волнуйтесь, это просто шоколад. Тем более. Почему ее не арестовали сразу? А я узел полковника Муравьевой, Сергей. Ее избушка — это передовая технология войсковой разведки. Она прекрасно маскируется. И отследить избу невозможно даже из моей лаборатории. Поэтому ее появление здесь было для меня огромной неожиданностью. Как вы здесь оказались? Почему мы не можем улететь отсюда на вашей лаборатории? Я узнал о сбое
Элеоноры и сразу же отправился сюда. Она мое изобретение. Мне за нее и отвечать. Но перезапустить управляющие алгоритмы мне не удалось, а сбой самоанализа все усугубляет. Теперь Элеонора препятствует любым моим попыткам отладки, считает их актом насилия над собой, как над женщиной. Профессор, но лаборатория вроде цела и невредима. Это верно. Это верно. У Элеоноры нет возможности ее атаковать, но она прекрасно использует электромагнитные подавители, чтобы вывести мои двигатели из строя. Лаборатория буквально увязла в магнитном поле, как в болоте. А еще Элеонора заблокировала всевозможные дистанционные подключения к своим интерфейсам. Что за манекены? Куклы? Спецсерия ШЗ-5. ШИЗА. Охранно-обслуживающий персонал комплекса. Комплекса Менделеев. Это экспериментальные прототипы, на базе которых... На базе которых отрабатывались новые технологии нейрополимерных роботов, охранников скрытого типа. Да, ШИЗА косит наши ряды. Для чего тут потребовалась замаскированная охрана? Есть что охранять, Сергей. Менделеев — это колыбель Элеоноры. Здесь, в недрах ее комплекса, ее мозг... Или сердце, если хотите. Помимо этого, здесь разрабатываются новейшие прототипы роботов, полностью изготовленных из нетвердых полимеров. Так, перчатка — это хорошо. Дальше что? С чего начнем? С поисков роботов типа БУС-А, содержащих эталонные алгоритмы Элеоноры. Все хорошо, руку можно достать. Плетенные нейроконтакты? Что-то напоминает. Не могу вспомнить. Довольно красиво, на мой взгляд, получилось. Да, мило. И не забывайте, Сергей, я ученый, у меня нет боевых модулей. Но перчатка оборудована стандартным пакетом, включая сканер, телек и полимерную сферу. Она также содержит модуль связи, через который я буду помогать вам советами. Улучшить снаряжение вы сможете у Элеоноры, если она вам не откажет. Да уж она точно не откажет. Где искать ваши бусы? В моем терминале груши вы найдете информацию о внешнем виде и возможностях бус. А искать их придется по всему комплексу. Я бы начал с болот. Там, где я вылез, прошел Бурав. Попасть обратно в Менделеев у меня не выйдет. Неподалеку есть входной шлюз. Сейчас он заперт Элеонорой, но я знаю, как достать пропускной код. Я послал за ним последнюю бусину, но обратном пути ее пришлось полностью деактивировать, чтобы Зинаида не смогла отследить магнитоход. Значит, я приношу бусу, и вы даете мне код допуска в Менделеев. Все именно так. Не буду медлить. Все-таки ты давай, Артур, не обожествляй машины. Да, полезные, да, умелые, но всего лишь инструменты. Без разума от них в эволюционном плане пользы ноль. Так, ребята, я, пожалуй, закончу на этом серию. Спасибо, что досмотрели и смотрите, ставите лайки, комментируйте. Ваша поддержка меня мотивирует. Ну, я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до новых встреч.